Знаю, це після тієї маслянки така голодна. Просто капець. Взяла кашу, затушила її. Ну, типа, із цієї курицы. І тепер, короче, їм. Наслаждаюсь їденням. Всім доброе утро. Одела очки, что-то глаза режет. Свет солнечный. Короче, сегодня куча снов снилась вообще. Каша. Начала я общаться на сайте знакомств. Кстати, некоторые меня почему-то видели в Ютубе уже. Пишут мне на сайте знакомств. Говорю, ой, это Слава, никуда от нее не уйдешь. Что-то так сразу нос задрался. Такая, ой, это звездность, невозможно быть простым человеком. Эти мужчины, эти миллионы подарков, триллион алых роз. Короче, не знаю, каким боком и чего. И откуда ноги растут. Но некоторые пишут, а я тебя знаю. Говорю, Господи, где ты меня мог видеть? Видела, говорит, на Ютубе. Потому что Слава, она такая. Я вообще шучу, если честно. Короче, я созвонила с одним мужчиной. Ну, конечно, он про возраст свой соврал, наверное, немного. Но не немного. И все так хотят общаться. Общение. Говорю, знаешь, я, короче, загрузила его. Говорю, знаешь, я так боюсь, говорю, знакомиться. Ну, я решила, как есть. Ну, не то, что я решила, у меня все равно по-другому не получится. Как есть, так и говорить. Он так смотрит на меня, думает, чокнутая. А как ты будешь знакомиться, не общаясь? Ни по телефону, ни в реальности. И виртуального не хочу. Мужа. Ну, короче, я не знаю, про возраст, мне кажется, он немножко себе приукрасил, что ему 42. На сайте там. На сайте он фотки моложе выставил. Что оно такое за болезнь у мужиков? Какая разница, какого ты возраста? Ты всегда ценный. И также у женщин многих. Пишут там 25, а ей там 35. Ну нахрена? Ну, короче, не знаю. Вообще не понимаю такого прикола. Или ей пишет 30, а ей 50. Охренеть, да? А то не видно, что у тебя рожа уже 50, а не 30. Ну, короче, наверное, наслушались, что им говорят друзья. Да, ты так выглядишь на 30. Думаю, ну, а что я буду писать свой возраст? Ну, оно же видно, что это ж... Короче, такой смешной мужик, что-то мне смешной показался. Ну, на таком разговоре речь такая, такая прям... Ну, русский хорошо знает. Ну, все в старшем возрасте хорошо знают. Короче, и такой суржик, такой польский язык, как, говорю, ты как из древнего мира откуда-то взялся. Мне вспомнился один мой жених, которого я в юности через газету нашла, встречалась. Ну, он не жених был, но в шапке-ушанке. И такой пришел. Вот то, как Верка Сердючка рассказывает про того жениха, что пришел и «Вера, сделай мне больно!» Ну, я, говорит, не могу, когда мне долго просят. Умазала. Ну, короче, очень странный тогда. Пришел такой в шапке, ушанке, такой весь. Ну, просто все люди могут быть такими. Ой. Ну, но все равно интересно.
Говорят, а что ты боишься, типа, номер можно заблокировать в телефоне, типа, общайся. Думаю, лучше на видеосвязь вызывать, так хоть видно, с кем ты вообще разговариваешь. Так что буду всех вызывать на видеосвязь, будет кастинг. Кастинг. Ну, настроение мне поднялось, конечно. Потому что я там разговорилась сразу с несколькими. Может, они, конечно, все друзья, компания. Потому что, мне кажется, так многие делают. Либо не друзья, а несколько профилей создают и заходят туда, туда, туда. Ну, короче, посмотрим. Я ж во всем подозреваю. Все, что не это, все мне подозрительно. Все везде что-то не то. Ну, короче, он меня еще песню говорит, я тебе спою, говорю, ну пой, мне вообще-то так. Ну, я просто странно отношусь к людям. Ну, у меня какие-то рамки. Как за, типа с мультика. Сейчас спою. Вот волк. Не, ну он нормально спел на русском. Говорю, молодец. Ты, говорю, точно как из тех времен, что я была вот маленькая, и мы с бабушкой пели песни украинские. Неси Галя воду, коромисло гнеться, а за неї ванко, як барвінок в'ється. Ото точно. Бабушка мені вишивала крестиком. И рубашки, и полотенца, ковры, короче, всякое. Мы вот пели, типа. Ей нравилось. Ну, мне, говорю, особо не. У меня не слуха, голоса тоже не. Я не певец. Ну, короче. Вот так вот я поговорила. По вайберу. Ну, хорошо, видеосвязь с тем, что все-таки видно человека хоть. А по телефону, что по телефону? Голос и что? И что тот голос? Конечно, удобней по телефону, не видно. Но лучше, сейчас уже современный мир, лучше уже видеть. Уже раз созваниваться, то созваниваться по видеосвязи. А если человек не выходит на видеосвязь, то тоже что-то странное. Хотя я сама такая, что не выхожу, но у меня 100 фоток, поэтому мне позволительно. А у кого одна фотка, тому не позволительно не выходить, бо что-то там не то. Короче, что-то снилось такое, уже не помню. Ну, мы так говорили, мне кажется, что он не ожидал, что я буду такой, как и в профиле. Потому что привыкли, что всегда все друг друга обманывают, тоже как норма. Потому что он так удивился. И он старше, конечно. Не знаю, так может 55. Оно же видно. Ну, короче. Не с Варшавы, поэтому. Поэтому, короче, я же не буду. Зачем мне откуда-то, что это за встреча? Так поговорили, да и все. По месту надо, чтобы видеть человека, ну, не знаю, короче. Хотя я не ставлю там границ, ну, просто что. Пока только поговорили, и все, и... Это же не так просто, что. Вот если бы я была задана целью найти там поляка, там что, так мне было пофиг, какой и что. Я же хочу найти человека, а не определенную народность. Потому что с ней не будешь жить. А человек может быть... Кто знает какой, может быть ужасный.
Меня ж нельзя ограничивать, в рамки ставить какие-то запреты. Я ж свободный человек. Я ж не буду в рамках жить, в ограничениях. Поэтому так. Короче, блин. Отбор женихов. С одним только что поговорила, но он, по-моему, кое-что делал. Во время беседы. Хотя говорит, я ему сразу спросила, ну, не в лицо тогда, написала, говорю, ты что, это самое делал? Не-не, думаю, да, конечно. А чё, камера дёргалась? Я же ещё такой дурный смех. Я тут ему рассказываю свои всякие истории, а оно, короче, фу, вот так вот. Такая печалька. Ну, потому что я вижу человека отрешенный, не на той волне. Так, вроде нормальный, вроде все, но что-то не то. В общем, купила помидоров, вот таких офигенских, в своем любимом магазине. Короче... Буду есть помидоры. Я решила, раз меня будет мучать дикий голод, аппетит, буду жрать помидоры. Вот такие-то дела. Вот такие-то пирожки. Ну ничего. Это опыт. Ну, потому что сразу было изначально понятно, что у человека разговоры только в ту степь клонятся. И, короче, изначально было понятно. Ну, ничего страшного, может еще встретиться. Буду общаться, вот так вот поговорю. Потому что без разговора вообще непонятно. Без разговора по видеосвязи вообще непонятно. Кто, что, только видеосвязь, только... Если на видеосвязь не выходит, то никаких созваниваний, встреч, еще что-то, это... Нельзя просто даже. Потому что, видишь, у человека может быть свои. Но вчера же я говорила, я не знала, он просто может и правда кого-то ищет. Может женатый, ну короче, неизвестно. А этот, по-моему, дергал. Дергал, гонял. Но мне смешно, не знаю, дурно смех. Ну я думаю, что мне с таким моим характером легким... проще, потому что легче все воспринимаешь. Ну, вообще не заморачиваешься. Ну, что ж ты сделаешь? Сейчас посушу волосы. Надо, короче, срочно краситься, потому что, во-первых, подрастали. Во-вторых, я хочу, чтобы меня выбелили и покрасили в розовый. Поэтому... Такие-то дела. Короче, ужин. В общем, тот чувак начал просить, чтобы я его заблочила. И реально начал просить, ну, заблокируй меня, раз не хочешь, типа, со мной вир там пристал, короче. И я так думаю, ну, человек мучается, что его, блин, вот это вот. Если я не хочу... Ну, он, скорее всего, я думаю, что он женатый. Она говорит, нет, я одинокий. Я думаю, ну, не верю. Скорее всего, либо женатый, просто озабоченный. И я такая добрая самаритянка. Это из сказок, кто не знает. Такая, ладно, уже заблокирую тебя. Я еще с ним разговаривала, пыталась выяснить, почему ж он в реальности не встречается. Он говорит, я люблю это дело. Говорю, ну, допустим, я люблю. Но я в реальности люблю. Я не хочу. Ну, он, короче, у него подорванная крыша на этом. Именно на вирте. Ну, я думаю, что, скорее всего, он женатый. Есть у него дети, жена, с которой уже нету давно ничего. Может, в редкости там дадут... втыкнуть. Ой,
печально. Ощущаю себя такой, не знаю, какой-то, блин, надзирательницей. Посмотрела на человека, это ж надо как его колбасить. Мне не интересно просто это. Я хочу реальных отношений, общения и со всеми продолжающими, вытекающими последствиями. Короче, я так поняла, что много таких. Главное, что много таких, что просят, заблокируй меня, заблокируй меня, заблокируй. Мне вообще удивительно, думаю, что их так колбасит-то, этих польских мужчин. У нас вообще не парятся, сами блочат и все, а тут заблокируй и все. Ну ладно, думаю. Что ты сделаешь? Помочь надо. И реально это прям как крик души. Я прямо чувствую, что человек просто не может совладать с собой. У меня уже такое было однажды, что человек присел и сказал, беги, пожалуйста. Ну, и это мне что-то похожее по состоянию. Это какое-то сродни безумию. Думаю, ну ладно. Ну, сказал, что я очень красивая. Говорю, да ладно тебе, какая там красивая. Обычная. Какая красивая. Ну, видимо, ему показалось. Ну, я просто болтливая такая. Я просто говорить думала, а он там... Я вижу, что он не в беседе, он где-то в другом месте. Ну, я как психолог. Мне же интересно еще покопаться в чужих мозгах. Что же его наталкивает на это? Ну, особо с него ничего не выдавишь, конечно. Он только... Или давай там покажи мне ноги. Или, короче, блокируй меня. И прям вот так вот категорично. Я еще такого не встречала. Ну, на сайте точно не встречала. Потому что, в принципе, я ни с кем не общалась. Я думаю, что, наверное, большинство таких ищут. А еще у меня живот начинает болеть. Хорошо, может, должно пойти, не знаю, когда. Так что вот так вот. Ну, ничего. Будем искать.